В очередной раз рада приветствовать всех программистов, которые знакомы со Scratch. И в нашем очередном уроке из цикла «Фишки и плюшки» мы рассмотрим один из самых важных вопросов – это понятие объектно-ориентированного программирования. Скажу тебе по секрету, что в Scratch есть объектно-ориентированный язык, и ты уже даже знаешь, как им пользоваться. А сейчас мы узнаем, в чем все-таки заключается объектно-ориентированное программирование, и в дальнейшем тебе будет значительно проще перейти к программированию на любом другом современном языке программирования, просто потому, что большинство из них как раз являются объектно-ориентированными. Но начнем по традиции с определения, которое я взяла в Википедии, где сказано, что объектно-ориентированное программирование, сокращенно ООП, это методология программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определенного класса, а классы образуют иерархию наследования. Такое длинное, возможно, мудреное определение, но сейчас мы разберемся, что такое класс, что такое объект, ну и как могут быть взаимосвязаны классы. Зачем нам нужно знать об объектно-ориентированном программировании? Я нашла статью 2012 года на Хабре, и там сказано следующее. Когда вы начинаете использовать объектно-ориентированное программирование, первое, что вы должны сделать, это начать использовать объектное мышление. И дальше сказано, что научиться мыслить объектно очень сложно. И очень важно учиться это делать как можно раньше. И я должна тебя обрадовать, что на самом деле это не так уж и сложно. Мы в своей жизни тоже на самом деле мыслим объектно. Просто автор писал статью, зная о том, что есть другие подходы в программировании. И если программист научился программировать не на объектно-ориентированном языке, а на каком-то другом, то ему перейти на вот это объектное мышление немножко сложновато. И все-таки, используя объектное мышление, мы легко сможем проектировать сложные системы, оперируя объектами и взаимодействием между ними. Именно поэтому нам нужно знать в объектно-ориентированном программировании. Еще раз повторю, большинство современных языков программирования являются объектно-ориентированными. И большинство действительно сложных систем, они проектируются по принципам объектно-ориентированным. Но давай убедимся в том, что на самом деле в объектном мышлении нет ничего сложного. Дело в том, что в нашей жизни нас окружают классы и объекты. Мы действительно делим весь мир на определенные классы вещей. Например, животные, дома, деревья, люди, машины и так далее. Можно привести очень много разных примеров. А каждый уже класс вещей включает нужные нам объекты, которые обладают общими свойствами. И благодаря этим свойствам мы можем различать разные классы объектов. Ну, например, совершенно очевидно, чем отличается класс животных от класса деревьев. У них абсолютно разные свойства. Точно так же понятно, чем отличаются люди от животных, машины от людей и так далее, и так далее. То есть мы определяем вот эти вот наборы свойств, определяем в соответствии с ними некие классы, и в каждом классе мы выделяем конкретные объекты. Вот, например, в этой таблице приведены примеры классов и несколько примеров объектов. Например, класс «код». И в класс «код» может входить каждый конкретный объект «код». Например, какой-то рыжий кот во дворе. Или мой кот Васька. Или даже кот Scratch и другие коты. Хотя кот Scratch, честно говоря, наверное, отличается от живых котов, правда? Класс «дом» объединяет в себе массу объектов, которые мы так и называем, но мы имеем в виду каждый конкретный дом. Например, дом, в котором я живу, или дом с каким-то определенным номером, который расположен на определенной улице в определенном городе и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, класс деревьев может быть представлен такими объектами, как дуб, клен, береза или та самая береза, которую я вижу из окна. Тоже наверняка ты заметил, есть некоторые отличия между просто дубом, то есть классом на самом деле объектов под названием дуб, и конкретным дубом, который растет, например, под моим окном. Таким образом, мы получаем иерархию классов. То есть у нас есть класс дерево и подкласс дуб. И уже в подклассе дуб
Есть конкретные деревья, конкретные дубы, которые растут в определенных местах. Но класс дуб наследует свойства всех деревьев, потому что у любого дерева и у дуба тоже есть, например, ствол, есть корни, ветви, листья. И это общее свойство для всех деревьев. Но у класса дубов листья отличаются, например, от листьев клена и так далее. Ну а сейчас я тебе предлагаю подумать и привести примеры классов и объектов из жизни, и желательно записать их на листе бумаги и привести примеры объектов из придуманных классов. Еще раз повторю, ты можешь придумать огромное количество классов и даже подклассов, и уже в каждом классе или подклассе выделить несколько примеров объектов. Можешь начинать, как говорится, с конца. Сначала привести несколько примеров объектов, определить, что они обладают какими-то общими свойствами, и назвать, в какой класс эти объекты будут входить. Надеюсь, у тебя все хорошо получилось, а мы продолжим. Мы будем сейчас учиться мыслить объектно с помощью Scratch. Итак, какие у нас есть классы и объекты в Scratch? Ну давай перейдем в Scratch и посмотрим. Вот мы в Scratch, и что мы здесь видим? Например, у нас есть такой объект, как сцена. В какой класс входит объект сцена? Очевидно, что он входит в класс, который так и называется сцена. И у нас в Scratch всего одна сцена. Получается так, что у нас есть класс сцена и один объект в этом классе. Такое тоже бывает. Но и наверняка ты догадываешься, что есть еще другие объекты. Например, есть объект под, ну или здесь он назван спрайт 1. И уже, надеюсь, понимаешь, что наш спрайт, наш код входит в класс, который здесь назван спрайты. И объектов из класса спрайты может быть очень-очень много. Итак, у нас в Scratch есть класс сцена, который включает один объект сцена, так как сцена у нас одна. Ну и должна тебе сказать, что в других инструментах, допустим, даже по созданию игр, может так казаться, что у нас будет класс сцена, но сцен будет много, поэтому объектов сцен с разными именами у нас будет несколько. У нас есть класс Sprite или спрайты, и объекты этого класса создает разработчик. Вот, например, можно представить объекты класса Sprite в виде таблицы. И мы что-то подобное делали, когда описывали сценарий наших проектов, анимации или игры, мы перечисляли спрайты. У объектов, я уже сказала, есть свойства. Для разных объектов характерны разные свойства, и поэтому они попадают в разные классы. Эти свойства помогают четко описать наши объекты и задать их характеристики. Чтобы было понятнее, в принципе, свойства можно сравнить с прилагательными в русском языке. Например, кота, точнее всех объектов из класса кот, можно описать такими свойствами, как рост, вес, еда, которую он ест, ну и так далее, где гуляет, у кого живет. Попробуй тоже перечислить какие-нибудь свойства тех объектов, или точнее, объектов тех классов, примеры которых ты уже привел. Какие же у нас есть свойства объектов в Scratch? У сцены есть свойства, но вспоминай какие. Например, у сцены есть набор фонов, и эти фоны имеют имена, например, фон 1, фон 2, фон 3, или, или уровень 1, уровень 2 и так далее. У сцены есть размеры от минус 180 до 180 по вертикали, от минус 240 до 240 по горизонтали. Мы знаем эти свойства и ими пользуемся. У спрайтов, конечно, свойств больше. Любому спрайту мы задаем имя. Мы узнаем или задаем координаты x и y на сцене. Мы задаем или узнаем размер. Опять же, у любого спрайта может быть набор костюмов или один костюм. Набор звуков или не быть никаких звуков. У любого спрайта есть направление движения, есть стиль вращения и так далее и тому подобное. Очень многие свойства спрайта у нас доступны из команд, а некоторые мы даже можем настраивать из редактора. Вот, например, приведены здесь примеры. X, Y координаты, направление, стиль вращения и здесь эти свойства мы только что перечислили. Дальше, в объектно-ориентированном программировании есть такое понятие, как метод. И связано это с тем, что объект
может выполнять какие-то действия, либо с этим объектом могут происходить какие-то действия, над ним могут выполняться некоторые действия. Например, кот-пушок режет свою шерсть. Это некое действие, то, что он умеет делать. Или с дерева падают листья. Это некое действие, которое происходит с деревом. Или дом строится или ремонтируется. Тоже некие действия, которые происходят с домом. Часто определенные действия выполняются, когда происходят какие-то события. Например, при нажатии на клавишу стрелка вправо изменяется значение координаты X спрайта. Мы с тобой это делали, да? Мы проверяли, нажата ли у нас какая-то клавиша. Это было связано с тем, что мы должны были дождаться такого события. Точнее, система программирования Scratch позволяет нам это сделать. А мы уже в скрипте можем это обработать и выполнить операцию изменения значения координаты. Но компьютер может не знать, как выполнять определенные действия, и в этом случае программист создает метод. Мы не использовали этот термин, но говорили о подпрограммах, создавали другие блоки в Scratch. По существу мы создавали методы. Да и наш любой скрипт на самом деле это в какой-то степени метод, с помощью которого мы решаем те или иные задачи. Ну, например, метод, в котором описана обработка всех событий нажатия на 4 клавиши стрелки для того, чтобы спрайт перемещался по сцене. То есть, в принципе, это может быть отдельный скрипт, и мы так и писали, да, мы делали в цикле проверку, какие клавиши нажаты, и в соответствии с этим изменяли координаты нашего спрайта. Второй пример – метод, в котором подсчитывается количество очков и выводится на экран пользователю. Тоже наверняка у тебя такие скрипты есть, и они вынесены в отдельный, допустим, другой блок. И по существу это отдельный метод. Или, например, метод или скрипт, в котором у нас рисовалась радуга. И так далее. Итак, к каждому объекту мы можем приписать какие-то методы, описать какие-то действия, которые этот объект может выполнять. Либо с действия, которые могут с этим объектом происходить. Например, как у нас спрайты могут перемещаться по сцене. По существу, методы в Scratch – это не только те скрипты, которые пишем, но и многие команды. Это и есть методы, если уже заглянуть внутрь самой этой системы программирования, потому что это на самом деле такие описания действий, которые можно выполнить. Например, со спрайтом. К примеру, мы использовали блок «Идти сколько-то шагов», например, 10 шагов, 20, 30, 100. Но на самом деле это метод, потому что это действие, которое может выполнять спрайт. Или плыть – аналогичное действие, команда, а в терминах объектно-ориентированного программирования – это метод. Или если на краю оттолкнуться, здесь даже проверка происходит. Или говорить, или играть звук. И таких примеров можно привести огромное количество. Почти каждый блок, который мы изучали, это в какой-то степени метод. Но если не считать самых простых, допустим, с помощью которых мы изменяем координаты. Это более простые операции, некие действия. У разных классов объектов разные методы, так как разные объекты могут выполнять разные действия. Надеюсь, ты это понимаешь, да? И, допустим, если мы посмотрим в Scratch, какие есть даже наборы команд у сцены и у спрайта, мы увидим, что они разные. Давай убедимся в этом. Итак, вот наш спрайт, он выделен. И для спрайта мы видим, что есть вот такие наборы команд. Это класс спрайты. Фактически это наборы методов, как я уже сказала, почти все. Если мы выделим сцену, то, например, в группе команд движения для сцены нет ничего. То есть у сцены нет методов, которые связаны с движением, изменением координат. Ведь сцена у нас не двигается, и это логично. Но зато у сцены есть несколько методов, которые связаны с работой со внешностью. Опять же, если мы сравним количество команд, которые есть у спрайта и которые есть у сцены, оно разное. И, например, у сцены есть команда «сменить фон», «следующий фон», а у спрайта, хоть и есть команды, которые меняют фон, ну просто так удобно, да, сменить фон на какой-то, но следующий фон у нас нет, потому что кот не знает, какой следующий фон. Но зато кот может менять костюмы на определенные, либо переходить к следующему костюму. Ну и можешь дальше посмотреть, какие блоки команд отличаются у спрайтов и у сцены.
и таким образом еще лучше понять, чем отличаются методы разных классов. И еще, судя по тем примерам, которые мы рассмотрели, очень многие методы имеют параметры. Это делает их универсальными, то есть мы можем выполнять похожие действия, но получать разные результаты благодаря тому, что мы меняем параметры наших методов. И это очень удобно в программировании. Когда ты научишься создавать свои методы, и наверняка помнишь, когда мы создавали другие блоки, мы тоже использовали параметры. В Scratch есть еще специальные методы обработчики событий. Я их уже упомянула, мы их просто перечислим. Например, когда щелкну по флажку, когда клавиша какая-то нажата, когда спрайт нажат, когда я получу сообщение. И кроме всего прочего, одни методы могут вызываться из других, получается, верно? То есть, когда мы пишем какой-то скрипт, мы вызываем другие методы, либо другие блоки. И это в объектно-ориентированном программировании фактически стиль программирования. Напоминаю, что Scratch – это тоже среда объектно-ориентированного программирования, просто об этом громко не говорят, чтобы не пугать начинающих программистов. Но сейчас ты можешь радоваться, ты уже умеешь программировать на самом деле. Еще система классов, иерархия классов устроена так, что одни классы могут иметь доступ к другим. И сейчас на схеме мы это рассмотрим. По существу мы можем сказать, что если заглянуть внутрь Scratch, есть некий базовый класс Scratch, и мы уже сказали, что есть класс сцена и класс sprite или спрайты, и в нем несколько объектов. Класса сцена один объект, а у класса sprite сколько угодно объектов. Но кроме того, например, можно выделить класс звуки. Абсолютно понятно, что класс sprite и класс звуки отличаются. И когда мы используем команду «играть звук», на самом деле это относится к классу звуки, а не к спрайту. Просто для удобства эти команды размещены как будто бы у спрайта, и мы пишем это в скрипте спрайта. Но мы обращаемся на самом деле к классу звуки, потому что у звуков есть свои свойства. У звука есть громкость, есть длительность, есть, собственно, сам звук, то есть там музыка или речь, которую мы записали. И мы их просто прикрепляем к спрайту. Аналогично можно выделить целый класс костюмы. Да, они связаны со спрайтом, но у костюма именно есть то, что в нем нарисовано, и другие какие-то параметры, свойства. Например, мы делали центр костюма. Ведь не спрайту мы назначали это. Мы можем изменить размер изображения в костюме, а можем изменить размер спрайта. И при этом мы работаем с разными объектами. Ну и еще один пример – это инструмент перо. На самом деле это тоже отдельный класс, отдельный объект, который работает по своим правилам. Ну и понятно, что есть связь между классом сцена и классом звуки. Мы можем, как я уже говорила, и ты прекрасно знаешь, воспроизводить звуки из скрипта сцены. То есть у нас есть доступ к методам класса звуки из класса сцена. Точно так же мы можем работать со звуками и из скриптов спрайта. То есть спрайт имеет доступ, класс спрайт имеет доступ к классу звуки. И аналогично с костюмами и с пером то же самое происходит. Попробуй подумать сейчас, какие еще можно выделить классы в Scratch, если вот так вот внутрь заглянуть. Вспомни, о чем я уже рассказала. Ну и попробуй дополнить эту схему любым удобным и понятным для тебя образом. Главное, чтобы ты научился выделять объекты и объединять их в классы. И таким образом ты поймешь и удивишься, что ты умеешь объектно мыслить. И я абсолютно уверена, что теперь ты сможешь с легкостью перейти к изучению любого другого объектно-ориентированного языка программирования. Я тебе желаю успехов и отличного настроения!